Приветствую, дорогие друзья! С этого момента я начинаю свою авторскую программу «Дом культуры». Почему я решил сделать ее продолжение? Во-первых, по просьбе ее поклонников, а во-вторых, мне самому это интересно. Несколько слов об истории создания этой программы. Я выпускал ее на канале ТВ-100. В самом популярном канале в Санкт-Петербурге. Самые яркие ведущие, самые интересные передачи. Поэтому, когда руководители канала предложили мне вести свою собственную программу, я был очень доволен. Естественно, программу о кино, поскольку меня знали как человека, который не только умеет снимать фильмы, но и интересно об этом рассказывать. А я, в свою очередь, предложил им расширить тему до разговора о мировой культуре в целом. Мотивируя это тем, что нет ни одного события в истории, ни одной маломальски известной личности, которые не нашли бы свое отражение на киноэкране. Начальники подумали и согласились. Но посчитали, что эта тема будет интересна лишь узкой части аудитории и поставили ее в ночное время с нуля до часу ночи. Я не возражал, поскольку, во-первых, дареному коню в зубы не смотрят, а во-вторых, меня интересовало не количество аудитории, а качество ее. Я хотел общаться с теми, кому интересно то же, что интересно мне. Так мы начали работать. И каково же было мое удивление, и телевизионного начальства, естественно, когда моя программа стала одной из самых популярных в городе. Меня начали узнавать на улице, в транспорте, в метро, в магазинах. Продавцы пеняли мне на то, что передача идет слишком поздно, и они не успевают выспаться ко времени работы. А выключить не хотят, им интересно. Интересно узнавать про тех, о ком они не слышали. Или слышали немного, про писателей, композиторов, художников. И это меня не удивляло, поскольку мне самому было интересно. Я в ходе подготовки узнавал для себя очень много нового. Прежде чем говорить о культуре, давайте определимся, что мы вкладываем в это понятие. Культура – это память. Как бы странно это ни казалось. Память одного человека, народа в целом. Все, что мы помним. Сказки, которые рассказывали нам в детстве, знания, которые получили в школе, стихи, которые были созвучны нашим переживаниям, книги, героям которых хотелось подражать, фильмы, которые хотелось пересматривать, навыки, которые мы получили от наших мастеров – встречи, путешествия, все, что осело в памяти, это и есть наша культура. И она обладает удивительными свойствами. Она способна расширяться в объеме и в качестве. И ее всегда не хватает. Вот поэтому я и приступаю к своей авторской программе, которая должна быть интересна и зрителям, и мне самому. Но для того, чтобы пуститься в путешествие по мировой культуре, нам необходим календарь. Почему календарь, спросите вы? Дело в том, что календарь, я считаю, самой простой и оптимальной формой знакомства с личностями и событиями в истории человечества. При этом я не буду давать справочные данные, как это делает Википедия или энциклопедия. Я буду знакомить вас со своими воспоминаниями и ассоциациями, с тем впечатлением, которое произвели события и личности на меня в разные времена. Приглашаю вас к путешествию по календарю, который я начинаю в январе и закончу в декабре этого года. В нашем календаре мы пойдем строго по числам, от 1 до последнего числа месяца. Итак, 1 января 1899 года в Тамбове родился Лев Кулешов. Теоретик киноискусства, автор учебника «Азбука кинорежиссуры». Лев Кулешов был одним из первых, кто пришел к выводу, что главным языком кино является монтаж, склейка кадров. Он хотел понять закономерности этого процесса и сделал несколько очень важных открытий, которые называются «эффекты Кулешова». Это любопытно. Давайте посмотрим, что это такое на экране. Предлагаются три связки из двух кадров. Первое. Тарелка супа и лицо мужчины. Второе. Мертвая девочка в гробу и лицо мужчины. Третье. Молодая женщина полулежит на софе, и опять лицо мужчины. Кулешов утверждает, что зритель испытывает разные чувства от этих трех связок. В первом случае – чувство голода, во втором – скорби, а в третьем – вожделение. Очевидно, что Кулешов ошибался. Он находился в плену у своих собственных теорий.
На самом деле зритель недоумевает, почему мужчина не реагирует ни на один из этих объектов. Почему он такой либо черствый, либо слепой? Зритель ждет подсказки. Это понял Альфред Хичкок, когда предложил свою связку. Молодая, симпатичная девушка в бикини лежит на траве. И на нее смотрит пожилой мужчина, сам Альфред Хичкок. На лице его возникает плотоядная улыбка. Всем понятно, что он как раз испытывает вожделение к этой девушке. И так устроено все кино, весь кинематограф. Есть масса персонажей, которые видят объекты и как-то на них реагируют. Второй эффект Кулешова – географический. Кулешов утверждал, что если снять разные объекты в разных местах, а потом их склеить вместе, то у зрителя возникает ощущение единого географического пространства. Могу показать это на примере фрагмента из своего фильма «Окно в Париж». Ты чего это? Искривляешь пространство. Не понял. Искривляешь пространство, балда! Эти кадры сняты в Петербурге, в съемочном павильоне. Ух ты! Чего ты стоишь? Давай сюда! А этот кадр снят в Париже. Ну как, ничего не напоминает? Так это же... Верно! Вы в Париже, дорогой товарищ! Чем вас и поздравляю! Это снова в Петербурге. Но ни у кого из зрителей не возникает сомнения, что все это происходит на парижской крыше. Вот в чем заключается географический эффект Кулешова. Есть еще несколько эффектов Кулешова, которые давно освоены кинематографом. Они кажутся нам элементарными, сами собой разумеющимися. И тем не менее, по учебникам Кулешова до сих пор учат в киношколах. Я лично считаю, что сегодня, когда мы можем любой понравившийся нам фильм, любой фрагмент, поразивший своим монтажом, перенести в персональный компьютер, разъять на кадры и проанализировать каждую склейку, это лучшая и самая прогрессивная школа обучения. И я обычно рекомендую так работать студентам. Тем не менее, вклад Кулешова в кинематограф огромен. Он наряду с Гриффитом и Эйзенштейном – три богатыря, которые заложили основу киноязыка. И огромное спасибо им за это, и персональное спасибо Льву Владимировичу Кулешову. А еще Лев Кулешов был выдающийся кинорежиссер. Он снял превосходный фильм «Необыкновенные приключения мистера Веста в стране большевиков». И хотя картина была снята в 1924 году, она и сегодня смотрится с восторгом. Предлагаю фрагмент из этого фильма. Января 1772 года родился Михаил Михайлович Спиранский, русский общественный и государственный деятель, реформатор, законотворец. Он происходил из низов, но обладал такими уникальными способностями, которые позволили ему уже в молодые годы стать едва ли не самым просвещенным и образованным человеком времени. Это обратило на себя внимание императора Александра I, и он приблизил молодого человека к трону.
позволил ему заниматься законотворчеством и реформировать империю. То есть он был самым приближенным к Александру человеком. Показателен в этом смысле один случай, когда в 1808 году Александр взял Спиранского с собой на встречу с Наполеоном в Эрфурт. Наполеон, прослышавший о необыкновенных способностях молодого человека, предложил в шутку Александру: «Давайте поменяемся. Вы отдаете мне Спиранского, а я вам какое-нибудь завоеванное королевство». А потом подарил Спиранскому золотую табакерку с инкрустацией из бриллиантов со своим портретом. Этой табакеркой Спиранский очень дорожил. В течение 10 лет Спиранский верой и правдой служил Отечеству. Он с увлечением занимался реформированием государства. Вплоть до 1815 года, когда, попав в опалу, был устранен от трона. Я думаю, что самым удачным проектом Спиранского было создание Царскосельского лицея. Спиранский считал, что России необходимы широко образованные, прогрессивно мыслящие люди, которые займутся ее преобразованием и переустройством во всех областях жизни. И лицей, это учебное заведение для дворянских детей, был своеобразной кузницей кадров. И первый же выпуск подарил России двух великих людей – Александра Пушкина, гениального поэта, который стал катализатором развития новой культуры России, и Александра Горчакова, будущего железного канцлера, министра иностранных дел, искуснейшего политика Европы. Я считаю, что сегодняшней России очень не хватает Спиранского. В связи с тем, что упомянули Пушкина, предлагаю исторический анекдот, который я в свое время экранизировал для программы «От форта до пьяна». В роли Пушкина выступил известный балетный танцор и хореограф Гали Абайдулов. Будучи в Екатеринославле, Пушкин был приглашен на прием в дом губернатора, где собрался весь высший свет города. Дамы окружили поэта, заставили читать стихи, придумывать экспромты. Пушкин был в ударе, остроты сыпались из него, как из рога изобилия, и женский смех не прекращался. Двое местных кавалеров, чье самолюбие было ущемлено полным невниманием к ним со стороны дам, решили во что бы то ни стало переконфузить Пушкина. Они подошли к поэту и обратились к нему. «Не имея чести знать вас лично, но видя в вас человека образованного, позвольте обратиться к вам за маленьким разъяснением». «К вашим услугам». «Будьте так любезны. Скажите нам, как правильно выразиться? Эй, человек, принеси стакан воды». «Или, эй, человек, подай стакан воды». «Я думаю, вам можно выразиться проще. Эй, человек, веди-ка нас прямо на водопой!» Января 1891 года в Варшаве родился Осип Мандельштам, русский поэт, которого Владимир Набоков называл единственным поэтом сталинской эпохи. В связи с именем Мандельштама я вспоминаю лекции Паолы Волковой, которые слушал на высших режиссерских курсах в начале 80-х годов. Паола Волкова была удивительная женщина. Она читала нам лекции по искусству и имела суждения, оригинальные и интересные, по каждому любому вопросу, который она нам преподносила. В частности, она рассказывала, что существует критерий оценки поэзии. Он зависит от того, насколько обладает поэт хтоническим сознанием. Что такое хтоническое сознание? Это свойство восприятия мира, которое досталось нам от предков, которые оживляли этот мир, считая его живым существом, вступали с ним в диалог. И не только живую природу, но и мертвую. Вот это качество свойственно детям. Дети воспринимают свои игрушки, кукол, как живые существа. Они с ними разговаривают, вступают в беседы, они считают их друзьями своими. Потом, когда взрослеют, это качество проходит. Остается только у людей, занимающихся искусством, и то далеко не у всех. «Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, суровый океан, угрюмый океан». Так говорил Пушкин, обращаясь к парусу и к океану. Вот это и есть признак хтонического сознания. Паола Волкова рассказала нам об одном интересном эксперименте, который провели молодые ученые, занимающиеся компьютерным анализом. Они заложили в свой мощный компьютер всю известную им мировую поэзию и дали задание посчитать, сколько хтонических образов находится у того или иного поэта. Выиграл это соревнование Осип Мандельштам.
Не знаю, правда ли это, но это произвело на меня тогда сильное впечатление. Я тут же открыл, нашел книжку Мандельштама, стал читать его стихи. До этого я знал только один одиозный стих про Сталина, который стал причиной гибели поэта. Вот как он звучит. «Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. А где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви жирны, и слова, как пудовые гири, верны. Таракани и смеются глазища, и сияют его голенища. А вокруг него сброд тонкошеих вождей, он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, он один лишь бабачит и тычет. Как подкову кует за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз, что не казнь у него, то малина». И широкая грудь осетина. Кстати говоря, считается, что по некоторым данным предкам Сталина был осетин Дзугаев. Сталин ведь Джугашвили. Вот за эти стихи Мандельштам был арестован в 1934 году, что неудивительно. Его выслали в Чердынь, далекий Пермский край, северная холодная область. Там Мандельштам пытался покончить с собой. Тогда все обошлось. В 1937 году он вернулся в Москву, а в 1938 вновь был арестован. И вот какие обвинения предъявило ему следствие. Останавливаясь в Москве у своих знакомых, Мандельштам пытался воздействовать на общественное мнение в свою пользу путем нарочитого демонстрирования своего бедственного положения и болезненного состояния. Но более иезуитские обвинения трудно придумать. Потом был суд, Мандельштам был осужден и сослан в лагеря. Умер в пересыльной тюрьме. От голода и болезней. По существу это была казнь, которую совершил с ним сталинский режим. Надо сказать, что Мандельштам предвидел свою судьбу. Поэтому выбрал для перевода стихотворение Николоза Мицишвили, грузинского поэта, в котором предсказал свое будущее. «Когда я свалюсь умирать под забором в какой-нибудь яме, и некуда будет душе уйти от чугунного хлада, я вежливо, тихо уйду. Незаметно смешаюсь с тенями, и собаки меня пожалеют, целуя под ветхой оградой». Это был великий поэт. Сохранилась граммофонная запись с голосом Мандельштама. Слушая сквозь шипение пластинки голос и интонации поэта, я испытываю волнение и горечь утраты. Давайте послушаем вместе. Язык булыжника мне голубя понятней, здесь камни голубь, дома как голубятни. И светлым ручейком течет рассад подков, по звучным мостовым пробам и городов. Здесь толпы детские, садычки попрошайки, парижских воробьев испуганные стайки, клевали наскоро в руку свинцовых кров. Здесь хитрой бабушкой рассыпаны горох, и в памяти живет плетеная картина. И в воздухе плывет забытая калитка. Светлые дома, зубов молочных ряд, надежно старчатый, как светлицы стоят. Третьего января 106 года до нашей эры родился Марк Тулий Цицерон. Имя широко известно еще со школьной скамьи. Мы связываем его с представлениями о вершинах ораторского искусства. Но мало кто знает, что Цицерона называли отцом Отечества. Это был человек неподкупный, принципиальный, бесстрашный борец с коррупцией. А коррупция в то время захватила Рим не в меньшей степени, чем сегодняшнюю Россию. Наиболее показателен в этом смысле процесс над Гаем Вересом, наместником Сицилии, огромного острова, который был провинцией Рима и был очень важен для империи. Надо сказать, что он, этот Верес, так разграбил свою Сицилию, убил столько там людей, что это стало вызывать возмущение в обществе. Но тронуть его никто не смел, поскольку он обладал связями в самой верхушке римского государства. Это все равно было бы, как сегодня критиковать Кадырова и его приспешников в Чечне. Это было равносильно гибели. Цицерон не побоялся этого. Он открыто выступил в Сенате и устроил процесс против Вереса с целой серией своих речей.
Вот выдержка одной из них. Гай Верес не раз говорил, что за ним стоят влиятельные люди, полагаясь на которых он может грабить провинцию, а деньги он собирает не только для одного себя. Он не скрывал, что следующим образом запланировал распределить доходы от своего трехлетнего правления Сицилии. Доходы первого года он обратит в свою пользу, доходы второго года передаст своим покровителям, а доходы третьего года отдаст судьям. Вот уж поистине насквозь пронизанная коррупцией системой, напоминающая сегодняшнюю Россию. Разница только в одном. Сенат поддержал позицию Цицерона и осудил Вереса. Тот должен был заплатить 40 миллионов цистерций, огромная сумма, уйти со своего поста и покинуть страну. Его отправили в изгнание. В России современной такое невозможно. У нас послушные сенаторы, послушные депутаты. Нам остается лишь позавидовать древнему Риму, где была возможность добиться справедливости благодаря наличию большого количества порядочных людей и прежде всего такого гражданина, как Марк Тулий Цицерон. Когда сравниваешь Римский Сенат с Российской Государственной Думой, на память приходят печально знаменитые кадры. Включите режим голосования, второе чтение. Января 1892 года родился Джон Толкин. Английский поэт, писатель, лингвист, филолог, автор знаменитейших романов «Властелин колец» и «Хоббит», по которым поставлены яркие, зрелищные фильмы, принесшие их создателям миллионы, миллиарды долларов. Миллиарды. Мало того, после Толкина, вслед за ним, было написано огромное количество романов в жанре фэнтези. Пишется до сих пор. И снимаются фильмы такие. Такие, как «Ходячие мертвецы», «Жестокие игры», «Игра престолов», сериалы бесконечные. И самое удивительное для меня, что смотрят их в основном взрослые. На вечерних сеансах, на ночных показах. В былые времена в каждом городе существовали кинотеатры детского фильма. В Ленинграде таким был кинотеатр «Родина». Я ходил туда ребенком и подросткам смотреть все детские фильмы и все сказки, которые шли. «Кощей бессмертный», «Марья искусница», «Золушка», зарубежные иногда были, «Багдадский вор», «Седьмое путешествие Синдбада». Смотрели его несколько раз. А по вечерам в этом кинотеатре шли фильмы для взрослых. И там сказок не показывали никогда. Мне очень хотелось посмотреть фильмы для взрослых, особенно те, которые шли под грифом «До 16 лет не допускаются». Но приходилось смотреть сказки. И это было нормально. Так сложилось исторически, что ребенок получает свои представления о мире прежде всего из сказки. Она дает возможность понять взаимоотношения между добром и злом на простых примерах, простых конфликтов между однозначными героями – плохой, хороший, добрый, злой. Но постепенно, взрослея, ребенок переходит ко взрослой литературе. Детективы, исторический роман, любовный, а потом психологический, который позволяет понять сложные взаимоотношения между людьми в обществе, в которое входит человек. Дело в том, что искусство дает нам модели жизни. Сопереживая с героями романов и других произведений, мы, конечно, взрослеем. Мы входим во взрослую жизнь подготовленными. Если этого не происходит, мы остаемся в чем-то детьми, инфантильными людьми. Что сейчас и происходит в мире? Мир инфантилизирован. И это приводит ко многим проблемам, которые не могут решить люди, не готовые к этому миру. Они не могут в них разобраться. В этом я вижу как раз ущербность вот этого увлечения сказкой.
В течение ряда лет, преподавая студентам основы режиссуры, я заметил, что их абсолютно не интересует реальная жизнь. Все их проекты – это преимущественно сказки и фэнтези. Ровно то, что они видят на экранах своих компьютеров, телевизоров и кино. Может, пора остановиться и повзрослеть? Возвращаясь к Джону Толкину, могу сказать, что он был гораздо умнее своих обожателей. Кстати говоря, свои сказочные истории он ведь сочинил для своих подрастающих детей, как это делали Льюис Кэрролл или Алан Милн и многие другие. Толкин был мудрейший человек. Он владел десятками языков и, самое удивительное для меня, придумал новые языки, которых не было никогда в истории. Например, язык древних эльфов, который внедрил в свои романы. Джон Толкин признан одним из величайших писателей британской литературы. В своем сериале «Русские страшилки» я рассказал про двух чудаков, которые сохранили детское восприятие мира. Работая корреспондентами уфологической газеты «Русские страшилки», они верят во всевозможные сказочные чудеса. Вот фрагмент из этого фильма. Квартира номер 22. Так, 21. Ага, 22. Ага. Звоните, Машенька. Ой. Да вы стучите, у них звонки-то не работают. А вы откуда будете? Ой. Из газеты. Да что вы? Да. Ой, значит, взялись за него наконец. Слава богу! А вы что, его знаете? А как же? Его вся лестница знает. Это ужас какой-то. Бутылка за бутылкой, бутылка за бутылкой, и все ему алкашу мало. Ногой, ногой стучите. Кто там? Мы корреспонденты из «Русских страшилок» по вашему письму. Здравствуйте. Здрасте. Пожалуйста, проходите, проходите. Сюда, сюда, сюда. Да, а бутылку-то принесли? Бутылку? О, Господи. Да. А это зачем? А как же вы тогда домового-то обнаружите? Машенька, купите пол-литровку. Какую? Любую. Вот надо было сразу об этом подумать. Дали бы деньги, и все. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Вот, пожалуйста, проходите. Ну, проходите. Расскажите, Иван Семенович, как он это делает? Да как делает, как делает? Вот не успеешь бутылку на стол поставить, ага. Она уже пустая. А куда вы ее ставите-то? Да куда не поставь, всюду достанет. Да? Это такая тварь. Вот поверите ли, я ни один праздник не могу отметить по-человечески. Mm-hmm. Да, ни Новый год, ни 7 ноября, ни свой день рождения. Все мерзавец выпивает. Что, прям так на глазах? Фу. С одной стороны, вроде и на глазах, а с другой и незаметно. Mm. Да. Вот была бутылка полная, вдруг стала пустая. И вы, конечно, его ни разу не видели. Почему не видел? Видел, видел. Вот он когда напьется, иногда и показывается. Ну, проявляется, то есть. Да вот, 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 вот был случай. На 13-е, на Старый Новый год. Было дело так. Thank you.
Интересно. Ну вот. Поплясал, поплясал. И исчез. Да? Да, как будто его и не было. Хм. На прадеда моего сильно смахивает. Хм. А у меня фотографии остались. Еще дореволюционные. Хм. О, Машенька. О, вот это да. Принесли? Принесла. Ага. Дайте. Так что же, значит, он до сих пор где-то здесь? Ну, конечно, здесь. А вы раздевайтесь, раздевайтесь. Раздевайся. А вы сейчас сами все увидите. Вот куда бы ее сейчас поставить-то? Куда же ее поставить, а? Можно... А вот. Вот. Ставим, значит, ее сюда. Ага. А вы садитесь. Вот, садитесь. Рядышком. Хорошо. Я вас очень прошу, не спускайте с нее глаз. Это такая тварь. Ну ладно, пойду пока чаек поставлю. Ну вот, вот. Нашел его фотографию. Вот домовой выглядел точно так же. Та же одежда, та же борода. Ну, все в точности. Красавец. Так, а может быть, это он и есть? Может быть, и он. Дом-то раньше ему принадлежал. Да. Вот он его, наверное, и охраняет. Нет, фотографию я могу на время оставить. Только с возвратом. Спасибо. Да? Конечно. Ну, ждите. Ждите, а я пойду пока чаек заварю. Колоритный мужичок. Да. Маша. Вот и чаёк, вот и чай. Что же, оприходовал? О, мне лица. Ну что, не углядели? Не углядели, не углядели. Так-то, Машенька. Да. Да, так, 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 так. Хорошо, так я еще раз схожу за водкой. Хорошо. А вы здесь все поснимайте. Хорошо. Так. Вы что, хотите... Еще раз проверить? Да, работа у нас такая. Да нет, пожалуйста, пожалуйста. Если денег не жалко, я ведь не возражаю. Третьего января 1956 года в Австралии родился Мел Гибсон, знаменитый кинематографист. Вначале он прославился как актер, сыграв бездну известных ролей. В частности, наиболее известен «Безумный Макс». Я предпочитаю его работу в картине «Смертельное оружие», где он в паре с Дэнни Гловером составил удивительный дуэт. 15 лет успешно снимался, а в начале 90-х решил попробовать свои силы в режиссуре. Это довольно-таки частое поветрие среди известных актеров, которые хотят снимать свой фильм. Для публики артист – главный человек в кино, для артиста – главный, конечно, режиссер. Но они не понимают, что эти две разные профессии требуют разных способностей от человека. Поэтому не все фильмы получаются удачными. Иногда ими восхищается только сам новоиспеченный режиссер и его близкие родственники. Что касается Мела Гибсона, то уже его вторая картина «Храброе сердце» получила 5 «Оскаров», в том числе за лучший фильм. И мир узнал, что появился новый выдающийся режиссер. А третья картина «Страсти Христовы» показала Гибсона как философа, глубоко чувствующего человека. Картину отрицательно восприняли многие критики и многие кинематографисты, в том числе мои знакомые. Они обвиняли Гибсона в том, что это натурализм, что это отторгает, не хочется смотреть и прочее. Я считаю, что это поверхностные, неглубокие люди, которые не понимают пафос картины. Пафос заключается в том, что распятие, которое превратилось в знак, висит во всех церквях, во многих домах христиан, и воспринимается как некий символ, герб, эмблема. Никто не сочувствует тем страданиям, которые переносит на кресте изображенный там человек, Иисус. Мел Гибсон решил исправить это положение и решил показать последние 20 часов из жизни Христа, наполнив их неимоверными страданиями, вызывая потрясение в зале и отторжение у людей, которые боятся сопереживать. Кстати говоря, это свойство современного мира. Люди боятся сопереживать, они хотят только развлекаться. Римский папа Иоанн Павел II
посмотрев картину, был потрясен и сказал: «Да, это так и было. Лучшие похвалы трудно получить режиссеру. Я солидарен с папой и с интересом ожидаю продолжения картины, которую собирается снять Мел Гибсон. В 2021 году выйдет его фильм «Страсти Христовы. Воскресенье». Желаю ему успехов и с интересом жду фильма». Что касается христианской веры среди молодежи, то она подобна приливам и отливам. То усиливается, то угасает. Я предлагаю вам, вашему вниманию, наше исследование этого феномена. По свидетельству служителей церкви, молодежь достаточно равнодушна к религии. Храмы молодые люди посещают редко, по случаю или из любопытства. Однако дважды в год, в январе и в июне, ситуация резко меняется. В православные храмы устремляются толпы молодых людей. Молодые люди обоего пола выстраиваются в нескончаемые очереди за свечками, потом подолгу стоят у икон, шепча страстные послания святым угодникам. Видя, что для этих юношей и девушек церковь стала притягательнее, чем кино и тусовки, вы, конечно, сделаете вывод о пробуждении религиозного сознания у молодых россиян, о возрождении золотого века православия. И ошибетесь. Все дело в том, что январь и июнь – время студенческой сессии во всех вузах страны. Не рассчитывая на свою подготовленность и знания, которые часто попросту отсутствуют, испуганные студенты уповают лишь на помощь высших сил, управляющих всей нашей жизнью. Только эти высшие силы в состоянии создать тот счастливый случай, который может спасти студента. Посоветовавшись с опытными людьми и выбрав себе покровителя из множества ликов на церковных иконах, молодые люди ставят ему свечки, считая, по-видимому, что это такая специфическая подкормка для святого, и обращаются к нему с просьбой или мольбой: «Помоги сдать экзамен». И вы знаете, это помогает. Вот отзывы самих студентов. Да, я верю. На зимней сессии перед сопроматом я поставила свечку Богородице и сказала: «Матушка Богородица, сделай так, чтобы мне попался билет от 11 по 16 или от 18 по 23. И действительно, мне попался 21 билет. А я попросила: «Святой Николай, пожалуйста, сделай так, чтобы вместо профессора Петухова у нас экзамен принимал доцент Козлов». Представляете, действительно, Петухов загремел в больницу с аппендицитом. А Козлов, золотой мужик, поставил мне трояк. Теперь я всегда ставлю свечку Николаю Чудотворцу. А мне помог Георгий Победоносец. Я не стал жадничать. Купил ему свечку, самую дорогую, за 150 рублей. Вот теперь у меня диплом. А я вот, например, ставлю по 3 свечки Серафиму Саровскому. И он уже 3 раза помог мне списать. Нас заинтересовало, какое объяснение этому феномену даст служитель церкви. В принципе, это возможно. Я бы сам бы не был бы священнослужителем, если бы не верил в помощь святых угодников. Но их помощь не безгранична. К сожалению, многие молодые люди, получив помощь свыше, очень быстро забывают о своих клятвах, данных перед святой иконой. Но рано или поздно они за это будут наказаны! 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 Молодые люди, не забывайте о своих обетах и клятвах, данных в трудную минуту. За все в жизни приходится отвечать. Четвертого января 1795 года в Москве родился Александр Сергеевич Грибоедов, автор «Горя от ума». Должен сказать, что эта комедия сыграла большую роль в моей жизни. Она ее, можно сказать, изменила. Было это так. Я учился в старших классах средней школы. Мы проходили «Горе от ума». А в это время Большой драматический театр имени Горького в Ленинграде поставил эту пьесу. Ее поставил Георгий Товстоногов. Театр находился недалеко от меня, на Фонтанке. И мама, театровед, профессиональный театровед, повела меня на премьеру. Помню, что на закрытом занавесе высвечивалась надпись: «Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом. А.С. Пушкин». Потом ее, конечно, убрали по требованию партийной цензуры, но тогда она произвела на меня сильное впечатление. Я не помнил, не знал этой фразы Пушкина. Потом шел спектакль. В нем участвовали в роли Часкова молодой Юрский, в роли Молчалина молодой Лавров, в роли Софьи молодая Доронина. И вся труппа театра, включая самых известных артистов, Стрижельчика, Капеляна, Полицеймака и других.
Спектакль произвел на меня бешеное впечатление. Я смотрел его потом еще два раза. А в это время учительница наша по литературе решила сделать такую внутриклассную постановку, где мы прочли бы по ролям эту пьесу. И мне была поручена роль Чацкого. Я читал его вдохновенно. И в зале возникал то и дело смех, вернее, в классе. А девочки смотрели на меня с преувеличенным вниманием. Мне было это очень приятно. Когда закончилось чтение, и я был доволен собой, учительница сказала: «Да, Юра, у вас, конечно, безусловные способности актерские есть. Но вам надо что-то делать с вашей речью. Надо обратиться к логопеду, у вас дефекты». «Какие дефекты? Я никогда об этом не знал». Выяснилось, что я не выговариваю «с» и «ц». Я произношу «ф», «т». Я об этом никогда не знал, потому что внутренним слухом человек не слышит своих дефектов. Едва дождавшись конца занятий, бросился домой и налетел на маму с вопросами: «Ты знала о том, что у меня дефекты речи?» «Да», – спокойно сказала мама. «Почему ты мне не говорила?» «Тебя это не портило». «Нет, очень портило. Ты должна мне найти логопеда и тут же исправить это». «Да нет, ничего проще», – сказала она. «У меня подруга и сотрудница является профессиональным логопедом». И так я познакомился с Женей Николаевной Катышевой, замечательным педагогом. Она показала мне тут же позиции языка и велела носить с собой маленькое зеркало, чтобы все время подглядывать в него, возвращая эту позицию. Буквально за неделю я исправил вот этот недостаток речи, почти исправил. И таким образом получил возможность поступить в театральный институт. Вот почему комедия «Горе от ума» в корне изменила мою жизнь. А что касается самого Грибоедова, то сегодня это наиболее пламенный и правдивый обличитель российской действительности. Ну, достаточно вспомнить монолог Чацкого. «Где, укажите нам, отечество отцы, которых мы должны принять за образцы? Не эти ли грабительством богаты защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, великолепные соорудя палаты, где разливаются в пирах и в мотовстве? И где не воскресят клиенты-иностранцы, прошедшего житья подлейшие черты? Да и кому в Москве не затыкали рты обеды, ужины и танцы?» Это был великий гражданин, которого сегодня не хватает, как аспирантского, как и многих других в современной России. От спектакля «БДТ. Горе от ума» на пленке сохранился лишь диалог Чацкого и Молчалина в исполнении Сергея Юрского и Кирилла Лаврова. Но даже этот фрагмент позволяет нам судить о том, как остро была прочтена Товстоноговым пьеса Грибоедова и насколько современно звучит она сегодня. «Ну, право, чтобы вам в Москве у нас служить и на граждении брать и весело пожить. Когда в делах я от веселья прячусь, когда дурачиться, дурачусь, а смешивать два эти ремесла есть тьма искусников, я не из их числа. Простите. Впрочем, тут не вижу преступления. Вот сам Фома Фомич. Знаком он вам? Ну, что ж, при трех министрах был начальник отделения. Переведен сюда, хорош. Пустейший человек из самых бестолковых. Как можно? Слог его здесь ставят в образец. Читали вы? Я глупостей не чтец, а пуще образцовых. А мне так довелось с приятностью прочесть. Не сочинитель я, и по всему заметно. Не смею моего суждения произнести. Зачем же так секретно? В мои лета не должно сметь свое суждение иметь. Помилуйте. Мы с вами не ребята. Зачем же мнения чужие только свято? Ведь надобно зависеть от других. Зачем же надобно? В чинах мы небольшие.
такими чувствами, с такой душою любим? Обманщица смеялась надо мною. На этом мы завершаем первый выпуск «Дома культуры» и будем готовить второй. Заходите в гости.